Приветствую, дорогие друзья, на канал BB Play. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, сегодня мы будем заниматься, как я уже обещал, квестовыми заданиями. То бишь, мы начнем квестовую цепочку. Не посмотрим, сколько мы заданий сможем выполнить. Сегодня я специально уже прилетел с утра пораньше, чтобы, как говорится, кто рано встает, тому бог подает, да. Так что вперед, друзья, посмотрим, что они нам предлагают за квестовые задания. Сейчас у нас сходим к женщине, попросим у нее какой-нибудь квестик. Так, что, да, посмотришь, что-нибудь интересненькое есть у тебя, подруга, нет? Коробка со снарядами, не надо мне такое. Шкафчики. Латунный кран. Не, латунный кран, конечно, хорошо. Так, у нас с латунью вообще напряжно, друзья, как-то честно скажу. Если бы продавались бы, блин, гильзы, вообще было бы бомба. А гильз нету, да? А вот гильзы 90. Ай-яй-яй-яй-яй. А я не взял с собой. Ну ладно, черт с ним. Итак, что еще? Может быть, что-то мечо есть, порох. Ну, снайпер, том, двигатель 2000 стоит, охереть. Великое ограбление, кузница, это вот сейчас уже все есть. Итак, берем, короче, одеваем эти очки. Ой-ой-ой, я чуть не продал очки, ехали. Вот, получение опыта, время изготовления, интеллект, нам не нужен. Так, вообще пойдем. Есть ли у тебя работа? Уровень, закопаны припасы, перенести. Принести. Что за принести? Давай принесем что-нибудь. Один из наших сотрудников должен был спрятать груз в funeral home какой-то. Найди груз и верните его ко мне. Какое-то похоронное бюро. Похоронное бюро. Надеюсь, что недалеко. Так, берем мы самолет. Давай бросай уже. Так. И куда нам? Вот туда. Надеюсь, что не какая-то зима там. А куда мне вообще лететь? Вроде бы куда надо куда-то лететь? Похоронное бюро какое-то надо должно добыть. Ну ясно, полетели. Я думал, сначала думал, что может быть магазин не обратно в магазин гонит. Ладно, полетели, посмотрим, что у нас там происходит. Я не знаю, какая награда будет за это. Ну, скорее всего, какая-то голимая шняга будет. Это вроде бы все-таки первый уровень. Я не знаю, сколько их в общей сложности. 5, 6. Ну, скорее всего, 6, я думаю. Потому что я смотрю, тут все до 6 уровня. Воу-воу-воу-воу-воу, епта, ты осторожно, дружище, на ты че на? Подвинь чуть не попал. Вот дубина. Так, ага, я уже вижу похоронное бюро, походу. Ну, похоронное бюро, скажем так, я думаю, что будет довольно-таки интересно, так как у нас там будут, скорее всего, зомбари в подвале. Или мы, конечно, можем на крышу приземлиться и не париться. Это получается, да? Да, это вот это похоронное бюро. Или нет? Нет, стоп. Ну, это же похоронное бюро. А вот похоронное бюро. Прилетели. Ну, как раз машинку разберем сейчас. Так, забираем, взять. Так, берем ключик. О, нейтрон, надо сначала поискать это вот это. Мы не будем церемониться, прям вломимся туда и разнесем все к чертовой матери. Очень хорошо, латунь. Будем лутаться по большому счету постоянно, нон-стопом. Так, это что? Куча ничего мусора. Берем, нам же очень интересно. Так, здесь берем вот так. А тут открыто. Давай, пацаны, выходите. Воу. Ёпта. Тут на втором этаже. Да ты, блядь, успокойся, пацаны. Чего вы такие все бешеные?
Хотел плюнуть меня в паскуда. Ах ты, блядь. Так, ну будем лутаться. Так, мне как-то надо срочно достать, блин, нормальный, как его. Так, у нас это чемодан на втором этаже, значит, окей, это не проблема. В гробах обычно патроши есть, да, как раз и... Не знаю почему, но в гробах постоянно патроны. Надо будет сюда прилететь, потом полутать клабдон. Такая музыка тоже в ритм, блядь, попалась мне. Ну, рок. Так, что здесь? Никого нету? Нету никого. Тут тоже ничего нету. Ладно. Будет какой-то... Так, кстати, что у тебя там интересно есть? Электрические части, да? Так, пацаны, вы тут кто-нибудь есть, блин? Алло. Нычка. Это что тут валяется вообще? Это труп? А ну труп тоже хорошо. Пригодится, нам нужны кости для клея. Так, кто-то проснулся где-то. Только не понимаю, где проснулся. А, понял. Вот опять какая-то женщина бешеная. Ой, спасибо. Радиатор, вода. Дробаша, патрончики. Так, есть кто-то еще здесь? А сети можем забрать? Не, вообще галима. Лучше топором, а я тут, блядь, буром нахуй кости хотел собрать. Так, это тут, блядь, и кремат... Ёпты. Нихуя тут я уже все собрал, набрал говна. А ну тут что-то можно выучить было. Подожди, я только что было книжечка видел. Все, больше ничего не можно выучить здесь. Какого хера, бля? Да ёпта, мать запарила уже, ну. Как что-то надо снимать, так постоянно какая-то хуйня. Кто-то звонит, кто-то что-то пишет, друзья, извиняюсь. Так, ты чё здесь? Разлёгся, мне нужны кости, дружище, сори. Опа, вот туда надо будет собираться. Так, больше нигде ничего нету? А, это улица. Там тоже выход, там выход. Ну, нам туда надо, да. А это можно открыть, кстати? Не знаю, навряд ли. Ладно, надо наверх. Так, есть кто? Оу. Да, блядь, это просто пиздец. Вот я ненавижу этих паскуд-то. Такие плохие, противные вообще. Уйдите там, пацаны. Вот еще. А
А где то, что мне надо? Так, стероиды фибанем сейчас. Вау, я пятый этот нашел. Автоматик. Круто, круто, круто. Так, а где мой... Так, а где? Я что-то не вижу здесь его. Так, очень интересно. А, дружище, где, блин, мой лут? Что, бля? Я что-то не понял. Где нахуй мой лут? Хм. 5 метров. Что, он в каких-то ватях, что ли, я не понимаю? Блять, вот дебил. Что можно было разобрать? Ну все, по идее мы выполнили этот квест. Можем вернуться к продавцу. Не дотянул. Ах ты тварь, а. Вроде бы там все залутали. Самые няшные забрали штучки. Полетели к продавцу обратно. Мне кажется, я могу только сделать один квест в день, да? Ну это тупо. Не, ну с одной стороны правильно, потому что там можно было сразу, знаете, добраться до самых няшных квестов и все. И получить там какой-то нормальный лут, да? Было бы нечестно, согласен. Единственное то, что можем по другим разным торговцам летать и это делать. Но как-то мне сейчас в зиму не хочется летать. Я хочу сначала вот здесь все выполнить у этой женщины, а потом уже дальше продвигаться. Там уже могу взять какие-то другое, чтобы нормальные такие вещицы у нас были. Не, ну первый тир это, конечно, вообще шляпа, это ничего тут сложного. Главное, чтобы было нормальное оружие, чтобы выносить зомбарей, остальное ерунда. Просто чем дольше ты тем больше ты летаешь, тем больше ты уже приноравишься, как с этим аппаратом действовать и работать, да? Так, иди сюда, на ружье в руки, в зубы. Что такое? Вау. Wow. Ну, 330 фишек, да? И... Так, выбрать железная кирка или ботинки. Что это за ботинки? 40? 28. Да, завершить. Так. А что у меня тут такое? А, обезвоживание. Так, это мы... Эу! Ах ты жопа, дай мои ботинки. Ладно, черт с ним. Что мы можем здесь сделать еще? Ну ничего тут. Это можно нахер выбросить. Все равно надо ехать разгружаться, блин. Всякая говна набрал опять же здесь. Бы смесили, но... Ну ладно, хоть латунь мы набрали чуть-чуть. И то на этом спасибо. Так, ну, пистик нормальный. Блядь, 799 этих. Ну, неплохо, неплохо. Ладно, ты что, можешь дать еще что-нибудь? Есть какая-нибудь работа?
А ну вот, закопанный припас. Юго-восток, юго 305 метров. Понадобится лопата. Ну, как-нибудь другую реплику ты могла-то придумать, женщина? Так, мне надо, короче, слетать домой. То что происходит? А ну-ка. Самолет, ты чё, охерел? Так, ладно, слетаем домой. Я сейчас домой слетаю, разгружусь, и тогда направимся уже к сокровищам закопанным. Ну так, друзья, наши оказались сокровища, конечно, вообще рядом около дома. Прибежали даже на пешеходрам. Ну что, надо сейчас главное найти их. А я уже их нашел. Да? Да, я уже их нашел. Оу, спасибо. Воу. А, это да, это обычно, когда ты достаешь закопанные сокровища, получаешь зомбарей. Где еще? Казалось, дроп упал, не? Такой звук был. Так, ну что, вернуться к торговцу? Погнали обратно к торговцу. Не знаю, почему он тащит меня все влево или вправо, это какая-то тупизна какая-то. Блядь, это просто пиздец, ну. Ой, извиняюсь, друзья, но мой жаргон, но это... Ну это что, что, блядь, какого хера? Ты ни вправо, ни влево, ни, блин, направляешь свой, ты бы на вертолет, самолет, и он такой ебет тебе мозг. Ладно, побежали, нахуй. Больше мне нервы испортит вот такая вот херня. Что? Блядь, такой пиздец. Очень бесит такая вот фишка. Ты вроде бы просто нажимаешь вперед, и он тебя просто или влево, или вправо бросает. Но это, бля, как-то не по-людски, по большому счету. Картон надо два раза надрубить, это писец. Начинается, что сейчас дадут, блядь. Тоже ломик какой-нибудь дадут мне, нага. Ну ладно, это понятно, на первый уровень тебе дадут, и поп какой-то первого уровня какой-то сголимый квест на. Вот, слышу, зомбарь. О, стан меня хочет, ну что за хуйня, что ты не бежишь? Надо магну сделать и прокачать апгрейд, чтобы получать больше. Так, 2500 опыта дадут, да? Охотничий нож. Давай завершить. Есть какая работа? Уровень 300. 300. Так, окей. Ну что, направимся к этому. Где-то 300 метров, тоже опять будет где-то близко. Так, где-то она? Как раз по пути. Тихо, 200 метров. Ой, стоп, разогнался, блядь. Я хочу просто всегда держаться ближе к земле, чтобы долго не спускаться. Итак, где? Рядом. Серьезно?
Так, блин, ну неужели надо, блин, по всему этому плацдарму искать? Ты что, издеваешься надо мной, дружище? Загорись красным. А я что, блядь, смотрю не туда, куда мне надо. Мне надо наверх смотреть. Я смотрю на цифры. Вот. Под деревом. Замечательно, мы изучили как раз еще и бухло. Так, кто тут у нас есть? Идите, красавцы, ко мне. Хедшот. 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 4 из 4, друзья. Хедшоты просто, блин, снайперы. Так, что мы там получили вообще? Вот, вискарь, это В этом плане даже, скажу, даже неплохо. Тут можно всякие рецептики поднять, да? Это неплохо. А что ты мне не даешь? Бля, вот это что за лаги? Это... Какой-то странный... Блядь, самолет, вертолет не можно поставить. Ладно, направляемся обратно. Ну опять, ну. Ох, не понимаю этого. Направляемся обратно к Петрадовцу. И остались уже два квеста чтобы добыть сокровища. Так, у нас 71. Ну, у нас уже здесь продавец, это я уже как-то. А там был там 400 метров было. Забираем и обратно. Поехали. Трав, вот это надо, надо это. Есть какая-нибудь работа? Закопанный ресурс Юго-Восток 90. Давай берем. Не, ну ты издеваешься, блядь, ты радиэйтед, ты что, меня посылаешь на смерть, нахуй, ты охуела вообще? Удачно мы. Нам надо постоянно найти какую-то кочку надо найти, чтобы мы нормально. Так, dangerous, radiated, какая-то радиация, говоришь, да? Ну ладно, поплыли. Ой, поплыли, полетели, блин. 490 метров, блядь, даже так далеко, наверное, не был, в ту сторону не залетал. Ну, посмотрим, что там у нас. Ну так, смотрим. О, здрасте. Ну. Мама, подруга, где мой, блядь? Где мой лут? А вот мой лут. Так, есть, давай, кто там? А, раз, а где еще? А чё все с одной стороны только идёте, не понимаю. Воу. Что?
Нормально, ну, так. Жестоко мы с ним поступили. Ну что ж делать? Работает, друзья, работает. Кочку нашел, ударился и взлетел. Все нормально. И не повредил при этом авто, вертолетик. Автожир, авиажир. Блин, надо как-то вот этот дом там, блин, огромное строение. Там пожарная станция, кажется. Надо, блин, зарядить как-нибудь сюда слетать. Воу-воу-воу-воу. Что за своевольное падение, подруга, друга. Или что там, блин? Так, 120 метров. Заходим на посадочку, так, красиво. Так. Забираем. Ну да, тир 2 будет получиться, получается... Или сталь, или это, аптечки. Ну, давай аптечки, или нет, давайте только кувалду возьмем. Есть какая-то работа, ну, последняя вот. Так, хорошо. Ну, еще остался последний квестик этой цепочки, я так надеюсь. Не знаю, сколько в общей сложности она дает этих цепочек. Кочки надо. Во. О, 500 метров, какого хера. Ну ладно, слетаем на 500 метров, мы посмотрим, что у нас там будет. Но пока что не значит, что больше чего сейчас дает бонус того, что ты можешь там открыть какие-то новые рецепты. То бишь, ну, выучиться что-то. Ну, плюс еще дают всякие плюшечки, такие нормальные. Плюс еще опыт тоже, конечно, сам по себе идет. То, что это опыт здесь очень важно. И, скорее всего, я думаю, что я скину очки опыта, куплюсь, да, и надо будет распределить очки, которые у меня есть, потому что, ну, я-то, когда прокачивался, я прокачивался для начала, чтобы быстрее добывать и все остальное, и 5-10. Сейчас нам это не так уж, что ли, важно, потому что у нас есть инструменты, которые мы можем использовать и довольно-таки быстро добывать какой-нибудь там нужный вам ресурс, да, как говорится. Поэтому не так это уж сейчас важно. Так. Лопастями чуть не убило ноги. Так. И куда ж ты нас направляешь? Идем. Так, загорайся, красненькая. Ну, эти у нас есть уже. Надо выпить водички. А то моего чувака сушат. Где вы там? Хедшот. Все? Больше никого нету? И спасибо на этом. Мне бы, вот, не нашел бы, надо было бы рецепт найти на травяные таблетки, на травяные витамины, чтобы мы могли сами крафтить витаминки. Потому что мы сейчас, каждый раз, когда мы пользуемся пищей, там, вот, жареным мясом или чем-то таким, мы используем витаминку, чтобы не отравиться или, там, диарею схватить, да. Надеюсь, что где-то в будущем, потому что, ну, довольно-таки, это, наверное, редкий рецептик, но, надеюсь... Когда-то мы его добудем. Вот. Так, ну что ж, сейчас тир 1 здесь будет сделан. Я не знаю, сколько точно идет заданий, но посмотрим. Я потом еще полетаю.
Посмотрю, сколько я еще надо выполнять. Мне кажется, что 4 задания, походу, только. На следующий день у меня будет, например, еще второе. Потому что если там, например, целая куча таких вот маленьких, да, я думаю, что ты вообще как-то непродуктивно вот так заниматься этим делом. Хоть и даже если там рецептик у тебя есть, да, и так далее и тому подобное. Ну, не знаю, стоит ли, не стоит, ладно, посмотрим. Вот. О, друзья, вам сейчас покажу сюрпризик. Так, аптечка. Ну, да, берем аптечку, конечно. Вау. Награда, испытание, купи ферму, испытание, выбрать. Увеличить магазин дробовика. А, значит, мы выполнили цепочку квестов, так что все, мы получили. Значит, следующее у нас будет уже... Так, это мы можем... Модификация. Замечательно. 1500, возьмите свой, друзья. И сколько магазин сейчас у нас? 11 патронов, вообще бомба. А сейчас, смотрим, есть у нас квест? Неважно. Какая-нибудь из этих задач выполнима. Так, неважно, неважно. Окей, а есть что-то это купить? Можно что-нибудь на дворе? У нас есть деньги, да, у нас 4000 есть. Я тут что-то видел перед этим, купить хотел что-то. А, патроши хотел купить. Не патроши, а гильзы. 180 отдать. Дробь тоже. Сколько здесь? 240 копейки. А кусик... Блин, сколько это будет стоить? Нет, 1000 слишком дорого. Фонарик, порох можно тоже купить. Вроде бы у меня делается порох, но можно всегда еще купить. Том снайпер, Тома 6, так. Ограбление. Ограбление, Том 7. Кузня у нас уже изучена. А сколько это стоит? Ё-моё, слишком дорого. Так, давайте посмотрим, сколько у нас, что у нас книжки с книжками. Ты куда? Ты же сюда же надо себе. Не, подожди. Не, где изучать? Вот здесь, во. Снайпер, что там снайпер? А, ну, создание экспансивных патронов 762. Ух, надо, надо, надо. Есть, может, в вашем инвентаре. Шестой том у нас не было. Великое ограбление тоже не было. Так, кажется. А то, может быть, я, блядь, купил лишний. Так, шестой, да? Ой. Не... Снайпер. Да, шестого у нас нету. Создание бронебойных патронов калибра 7.62. А бомба. Это вообще отлично. Отлично, отлично. И что мы там еще получили? Какой-то грабеж? А где грабеж? Снайпер, шахта. О, великое ограбление у нас тоже нету. А что, например? Пробирайтесь мимо датчиков движения незаметным. Бомба. Супер. Сейчас, друзья, как я уже, да, поедем на базу, сбегаем. Покажу у нас новые изменения в базе. Надеюсь, вы досмотрели видео до этого моментика. И у нас там есть некоторые изменения. Вы, может, мимолетом заметили уже, я забыл, кажется, вспомянуть вам, что у нас есть маленькие изменения по поводу игрушки, да. Что-то у нас поменялось, да, на нашей базе. А, я не отключил рулевое управление мышкой. Так, тихо, 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 тихо. Но зоркий глаз уже, наверное, заметил изменения, что у нас изменилось на базе. Ну, я улучшил полностью всю стенку. Так, тихо, 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 тихо. Ой, не-не-не, слишком много. Ах ты, блин. Ну, я прочитерил, конечно, ну что ж делать. Иначе я бы врезался нормально так в эту в базу. Итак, что у нас изменилось, друзья? Сейчас покажем. Я чуть-чуть увлекся креативом. Покрасил, да, базу, как видите, да. В кирпичик здесь мрамор, мрамор, типа разделить зону, да, такую. Здесь ковер, да, ну тут грибочки, подвесные потолочки. О, надо, кстати, это надо будет сделать еще по-другому. По поводу генераторов, друзья, есть маленькие изменения. Тут вот тоже сделал какой-то визуально, чуть поправил их. Вот, генераторы, я сейчас сделал специально отдельное помещение для них. Они у меня находятся сейчас ниже. Так как это довольно безопасное место. Оно находится вот здесь.
Тут находится у нас два генератора. Каждый относится к своей группе, то бишь это идет к мясорубкам, это идет к ловушкам электрическим. Поставил аккумулятор, они пока что пустые, но цепочку я сделал, потом они будут заряжаться, я буду вырубать генератор во время нападения Орды, чтобы генераторы работали. Ой, не работали, а работали батарейки. Вот, потому что... Или туда поставлю шестые батарейки, вот. Сделал я еще, опять же, блоки для стрелков, чтобы, опять же, их не видели, зомби, и сюда не могли пробраться, и не хотели пробираться сюда. Вот. Так что, такие, друзья, дела. Первая цепочка довольно-таки неплохая. Мы получили довольно-таки приличные денежки. 4000 с копейками, да, по большому счету. Плюс мы получили модификацию на... дробаш, это 3 патронки экстра, да, плюс опыта достаточно много, ну и, опять же, выучили пару рецептиков, которых у нас не было, ну, тут вот еще есть вот еще один рецепт даже, который можно выучить, и еще вот этот, у нас, конечно, он уже есть, это мы можем разобрать, так как нам это не нужно будет, вот, так что я считаю, довольно-таки хорошая вещь, чем дальше будем идти, я думаю, тем будет лучше и качественнее награды. Так что, друзья, если есть какие-то советики по поводу игры, или что вы хотите увидеть какой-то определенный процесс, или что-то вроде этого, потому что я многое что не делаю, не показываю на видео, потому что это занимает очень много времени, так как вот, например, апгрейд бас я уже делаю финальный вариант, да, чтобы вы видели, да, как это все будет выглядеть, и что это вообще от себя дает, и какие плюсы и минусы от таких или иных строений. Вот, так что если вам понравилось видео, друзья, подписывайтесь на каналчик, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, оставляйте ваши комментарии, пожелания под этим видео, а на сегодня с друзьями я вам прощаюсь, всего вам доброго и пока-пока.